Карагандинская областная дирекция телекоммуникаций организовала презентацию для IT-специалистов юридических организаций. Цель мероприятия – представление преимуществ новых услуг Microsoft, предоставляемых акционерным обществом «Казахтелеком». В демозале «Казахтелекома» собралось немало IT-специалистов нашего города. Как отметил заместитель генерального директора Карагандинской областной дирекции телекоммуникаций, одно из главных преимуществ использования облачных сервисов заключается в снижении капитальных вложений. Нанимать IT-специалистов для поддержания его работы, также программное обеспечение покупать и вовсе не нужно, продолжает он. Пользоваться виртуальными услугами, могут любые компании, находящиеся на рынке. Аренда выделенного сервера – это уже компании покрупнее, колокейшн, большие компании, которые имеют свои сервера, но не имеют площадки для их размещения. В ходе данного мероприятия специалист регионального объединения Департамента информационных систем продемонстрировал все возможности Microsoft Hosted. Проще говоря, мы предоставляем вам место для размещения вашего сайта. Доставляется это на двух платформах – Linux-платформа и Windows-платформа. Тарифные планы зависят от места на диске, количества сайтов расположенных. Microsoft Hosted начал предоставлять свои услуги в июле текущего года в рамках подписанного в июне 2011 года меморандума о сотрудничестве в области развития вычислений. А цель данного документа – объединение опыта и технических ресурсов Казахтелекома с инновационными технологиями компании Microsoft. При просмотре документа документ должен быть активным, то есть показывающий, презентующий должен именно стоять на этом документе. Если он будет переходить на другие приложения, экран будет серым. Возможности данной услуги безграничны. Например, Microsoft Hosted – это не только широкий спектр возможностей управления календарем, расписанием, задачами или контактами. Нужно отметить, что Microsoft Hosted – это коллекция программных продуктов для создания корпоративного портала. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.